Керченский мост строят российские студенты. 6 профильных вузов России сформировали студенческие отряды для участия в строительстве моста от Крыма до Краснодара. На строительной площадке работают 67 студентов, которых поселили в поселке в районе Тамани. Их миссия продлится до сентября. Отряды – это замечательное время, время проверки своих сил, знаний, дружбы, новых контактов и таких новых интересных проектов. Я уверен, что у сегодняшних стройотрядовцев останутся прекрасные впечатления в этом строительном сезоне. Конечно, хотел научиться и перенять весь этот опыт, который владеют мастера и прорабы. То есть самому увидеть, как создается опора, как забиваются сваи. Мы все это в университете проходим, конечно, теории, а на практике это совсем другое дело.